Чтобы посмотреть такого, от чего бы я офигел. Четвертый сезон? Что? А это уже интересно. A few moments later. Что? Я только что сейчас посмотрел. Это самое худшее, что только могло выйти по Трансформерам. Даже в рамках фанфикшн. Это самый худший сериал. Самое худшее произведение, которое только могло выйти на всем белом свете. Самое худшее. Даже в рамках фанфикшн. Понимаете? Братишка! Братишка! Как поспал, братишка? Проголодался, наверное. Братишка! Что случилось-то? Ты что, обосрался, что ли? Я не какал. Я тебе покушать принес. Честно скажу вам, когда я наткнулся на этот чертов сезон, я больше его не ждал. Потому что я уже ждал, когда весь Гальватрона отполирует до блеска. Потому что фильм сюжетно полностью готов. Осталось сделать только полный рендер. Первый фильм трилогии Prime Animations. Первый фильм трилогии Prime Animations начался хорошо и плавно. И что самое главное, каноном трилогии фильмов является только TF Prime, и мне нравится этот вариант. Ибо сюжетные дыры останутся, если брать в канон игры и книги. Кроме того, Месть Галватрона довольно плавно подвела нас к событиям второго фильма, который в одной из фан-групп по фильму назвали «Развязка единоборств». Ладно, давайте вернемся к трэш-обзору трэшем. И блин, как же я долго откладывал это видео и не хотел раньше времени выкладывать, поскольку у меня были другие планы. Ибо до этого обзора должно было выйти огромное количество обзоров на мульты, комиксы по трансформерам и так далее. После 17 сентября 2024 года. Но поскольку эти двое с ЧСВ привлекли самого Макса Гейвинга из-за хейтера, который решил извиниться, а также молчать почти весь стрим, мне придется выпустить это видео сейчас. Вы скажете, ну и что, не обращай внимания. Да только вот пришли в качестве зрителей не только Макс, но и другие известные персоны, и позвали Макса как нейтральная сторона, вместо того, чтобы сами выяснить отношения или позвать менее известную личность, они позвали самую известную. И его аудитория про это участие также узнала. Зачем, Макс, участвовать в споре, который тебя вообще не касался? Ведь мы все знаем, как ты относишься к фан-продолжению Прайма. И некоторые логичные моменты продолжений ты решил выставить как бредом фанатов. И еще. Трансформеры Prime закончились на полнометражном мульте. Это была хорошая концовка всего мультсериала. История всех персонажей закончена. Только спустя время выпускают продолжение спин-офф, повествующий о Бамблби и других ботов. Я его посмотрел и не могу сказать, что он плохой. Это мульт-средняк. Его можно посмотреть, если хочешь знать, что происходило дальше во вселенной мультсериала Prime. Но, опять же, фанаты засрали данный мульт. И они не просто его засрали, а сказали, что сделают свое продолжение. То есть, понимаете, они хотят экранизировать свой фанфик со своими бредовыми идеями. На данный момент существует очень много разных анонсов фанатских продолжений Трансформеров Prime. Начали появляться они еще очень давно, только вот ни один до сих пор не выжил. Есть только арты и трейлеры, а если эти мульты и выйдут, то это будет бред, который сами придумают создатели. По типу, о, давайте сделаем так, что Оптимус станет богом, а все людские персонажи вырастут. О, еще добавим своих придуманных персонажей, чтобы добавить частичку себя. Вот примерно такие идеи и будут в фанатских продолжениях. Фанатские продолжения нужны незаконченным мультсериалам про трансформеров, но никак не Прайму. Решил ради аудитории сменить риторику, просто чтобы успокоить малолетних фанатиков ТПП, чтобы тебя не нанимали. Кроме того, Макс, ты не знаешь полной картины и не проводил полного анализа не только сериала, но и вообще. И меня убило то, что тебе понравилось участвовать в этом споре. Боже мой. Мы СНГ, мы первые. Блин. Кто не согласен, что я не согласен с мнением Макса, могу коротко и честно сказать, это мое мнение.
ибо авторы с четвертого сезона преподносили свой сезон как готовый продукт. А тут Макс заявляет, что ему понравилось, и главное, четвертый сезон вышел. Мы СНГ, мы первые создали фан-проект, не то что эти америкосы. Россия вперед! Вот так и не надо везде и всем кричать «СНГ проект вышел», пусть кривой, но первым вышел. Забывая о реальных недостатках самого проекта и ЧСВ авторов никчемного сериала. С каких пор создание фан-проектов превратилось в гонку? В гонку гордости СНГ-аниматоров, которые сделали проект быстрее, чем Мисс Галатрона, но сделали четвертый сезон нелогичным, глупым, вымогательным, ЧСВшным, бездарным, картонным и даже хуже Рида 15 года. Вот как раз из-за таких вот креаторов мне стыдно за свою страну и за СНГ в частности. Поскольку в основном на Западе о нас только и думают, как они способны ни на что быдле из-за крайне посредственных проектов. Я знаю, вы можете обвинить меня в хайпе, но не похуй. Ибо именно сейчас эта тема немного актуальна. А когда я начну говорить про этот мусор потом, через несколько месяцев, после нескольких моих обзоров на мульты, всем будет похуй. И спросит: «Дядь, ты где был все эти 4 месяца?» Да, до этого были и другие обзоры на этот мусор, но они не имели такой широкой огласки, как этот. До этого обзора у меня были другие планы. Поскольку тут все начали разговаривать про фан-проекты и идеи, то и я решил ставить свои 5 копеек, пока это актуально. Толбеды Денис с им: «Макс, давай к нам, решишь у нас спор». А по итогу что? Клоунский стрим с тупым юмором. А хейтер, из-за которого начали спор, взял свои слова назад, а также молчал почти весь стрим. И этот человек еще что-то смеет говорить о том, кто чем болеет. Куда делось твое мнение? Поливать говном официальные проекты ты смелый. А когда на стрим позвали, сдал заднюю. И после этого его мнение и его слова, во всяком случае для меня, будут пустым звуком. Ибо он вообще молчал и наплевать на то, что микрофон сломался. Мог бы с телефона разговаривать. Ну и я немного прикинулся с некоторых охуительных высказываний автора 4 сезона об месте Гальватрона и не только. Спасибо Алине Камоловой, что спонсировал еще одно бесполезное видео Top Body Boys, из-за которого люди как пчелы прилетели к меду, такие как псевдохейтер 4 сезона, сам Макс Гейминг и некоторые другие личности. Ты разрушила мои планы, и теперь мне придется выпустить этот обзор сейчас, чтобы очистить умы, готовые идти за своим кумиром, чтобы он там не сказал от всей той, что нам вкинули авторы 4 сезона. Поскольку малолетки зачастую пытаются выдать чужое мнение как свое собственное, без доли фактов и аргументов, и мне не по***ть аудиторию, ибо я не допущу, чтобы умы зрителей были заражены тупым мнением «главное вышло», не проводя полного анализа проекта. Это я говорю в контексте того, что 4 сезон ТФП вообще вышел. Не месть Гальватрона, который сюжетно вышел, и в анимационном плане, а в контексте того, что 4 сезон в плане сюжета и анимации вышел. И что самое главное, первый вышел. Но анимация и сюжет 4 сезона настолько хромают, что ЧСВшные заявления авторов этого мусора сразу идут в унитаз. Почему я зову на Алину? Все просто. Она попросила хейтера 4 сезона прорекламировать 5 сезон. А потом еще раз, в 24 году, надеясь, что люди помогут, несмотря на бесполезные обещания. Ну и так уж получилось, что из-за этого обзора случилась целая цепочка событий. Создатели 4 сезона нагрянули, сам Макс Гейминг нагрянул, а я напомню, что это небезызвестная личность в Россегменте. А потом и Алина решила выдать свои оправдания. До тебя, Алина, мы еще доберемся, за разрушение моих планов. Поэтому жди еще одного ярого ненавистника твоего проекта, который ты решила назвать 5 сезоном, в 2017 году. Вон, как раз на фоне того, как ты собираешься делиться сезоном своих серий. Ты бы сначала 20-минутную серию выпустила, которую не можешь выпустить на протяжении 7 лет, а потом сюжетом делилась. Да-да, вы все правильно услышали. Задолго до выхода 4 сезона Алина начала создавать 5 сезон. Не 4 сезон, а 5. И знаете, чем она это аргументировала? Тем, что фильм считают 4 сезоном. Логика достойна Нобелевской премии. Ну и что толку от того, что рассказываешь нам почти весь сюжет сериала, не показывая клипа, как это делали про анимейшнс, или арты, локации, трейлеры не отрендерили. Хотя, о чем тут говорить, если она сама сказала, что все это будет простым оправданием, и не более.
и к вопросу, насколько выгоден этот пятый сезон, мы поговорим в отдельном видео. А пока давайте приступим к четвертому сезону. Кто бы мог подумать, что первым обзором по мультам по ТФ станет этот мусор. Еще раз спасибо Алине. Кстати, и тебе спасибо, Tubody Boys. Когда я увидел первую серию, мне просто-напросто было больно это видеть. Бесконечный лайк поставь, подпишись. Чтобы я поставил лайк и подписался, вы должны были проделать большую работу над анимацией и сюжетом. Хотя, признаюсь честно, начало серии было не таким вырвиглазным. Классные здания, ну а затем далее по сюжету плоская и бездушная планета. Такое чувство, что два парня решили сделать здание, чтобы удержать зрителей, а потом сделать все по одному месту. Да, вы не ослышались, этим куском мусора работали два кейсера. А почему кейсеры? Да потому что как минимум один из них катал нахуй тому не сдавшееся видео по CS Mobile, ну а второй так, за компанию. Может быть, первая серия в априори должна быть такой хреновой? Ладно, давайте обсудим сюжет, которого нет так такового. Серия начинается с дозора вегиконов. Далее Рэтчет засекает неопознанный сигнал и просит Уиджета вместе с Арси и Смокскрином выйти туда, где был засечен этот сигнал. И до того, как мы продолжим, я ставлю 5 копеек. Звук работы двигателей. Где? Почему я слышу звук ветра, но никак не звук двигателей шаттла? Этот шаттл не так работает. Ибо если он работает на таком двигателе, то он никак не может взлететь вертикально вверх. Кроме того, двигатели вертикального взлета есть. Поэтому почему вы их не анимировали, непонятно. Молчу, что в этой же серии этот же корабль взлетел вверх без использования двигателей вертикального взлета. Теперь к серии. О, и еще с какой-то кстати Рэтчет теперь главнее. Да, в оригинальном сериале это было обусловлено тем, что не было того, кто мог бы быть таким лидером, как Рэтчет. В фильме практически главным стал Бамблби, когда командовал автоботами в отсутствии Прайма и Магнуса. Поэтому логичнее было бы, если в роли командира также присоединили и Би. На место сигнала выезжают Арси и Смокскрин, а Уилджек остается в шаттле, и происходит это. Арси, ты меня слышишь? Уилджек, нас атакуют, я потерял Арси! Нет сигнала, видимо, мы под куполом действия очень мощной глушилки. Давненько десептикон это не проворачивали. Уилджек, а как мы тогда переговариваемся друг с другом? Система устроена так, что мы не можем передавать сигнал лишь вне купола. Надо искать Арси. Через некоторое время к Уилджику подходит Шоквейв, и начинается это. Как же у меня сгорел при повторном просмотре. Мало того, что граната хреново выглядит, так еще прошлое ничего не учит Уилджика. Магнус, напомни ему. Ну, все пошло не по плану. Потому что даже новобранец не стал бы взрывать гранату в закрытом пространстве. Даже если под закрытым пространством имеется в виду брюхо чудовища. Сэр, из-за твоих неразумных действий мы все чуть было не погибли! И вот кадр того, как Уилджик научился использовать гранату после наставления Магнуса в оригинальном сериале, а не в этом четвертом сезоне. Разрешите взорвать гранату в ограниченном пространстве, сэр? Если ты и я, это все, что стоит между этими монстрами и жителями Земли. Разумеется. Преврати этих чудовищ в ржавую пыль. Разрешите расчистить путь? Давай! Вот так и хочется спросить, а вы точно ТФ Prime смотрели? Кстати, озвучка персонажей. База автоботов Омега-2. Говорит Смокскрин.
Сейчас лечу на корабле, на котором Шоквейв и Старскрим. Требую подкрепления. Много тумана. Может, мы чего-то не видим? Боже мой, кто их микрофон упустил? Почему у Смока такой раздражительный голос? Когда в самом сериале он хоть и был немного раздражающим, но в меру. Сразу вспоминаю русскую озвучку Харпера из БО-2, на которую многие жаловались. Хотя голос Харпера по сравнению с голосом этой картонки просто бальзам для ушей. Рауль Менендес был здесь сегодня? Сержант Вудс! Рауль Менендес, лидер Кордис Ди! И самый опасный террорист со времен Усамы Бен Ладена! Озвучка Арси. Не хочу обидеть девушку, поэтому просто скажем так, у нее слишком милый голос для такого персонажа, как Арси. Ой, настолько он картонный и дерьмовый, что даже драки из энергонной трилогии Войн Праймов — это просто шедевр. И кому-то это понравилось? Серьезно? Это? Представители тем, кому это убожество понравилось, примерно такие. Эй, по вкусу совсем на дерьмо не похоже. Чиз. Зато похоже на говно. Что ты такое несешь? Отличный вкус, не спорь. Прям как дерьмо. Нежное. Аппетитное. Дерьмецо. Ну или такие. Куда ты лезешь? Тебе моя колда не нравится. Ты выйди со мной раз на раз, а не на еду. Я тебя сожру и выстру. Победив Уилджика, к Шоквейву подходит Скрим и происходит следующее. Кончай уже его. Нецелесообразно. Автоботов прибывает все больше, а убийством мы лишь разозлим их. Мы же просто хотим улететь с этой планеты. А ты думаешь, почему мы не подбили оставшегося автобота? И почему же? Чтобы уменьшить вероятность смерти двух других автоботов. То есть понимаете, чтобы оправдать клише со сравнением главных героев, Шоквейв сказал это. У меня слов нет. Серьезно, кто это сочинял? Кто сочинял эти диалоги? Чтобы уменьшить вероятность смерти других автоботов. Давай, если бы эти два бригана не были жертвами тупого сценария, то быстро прикончили бы Уилджика и давно сварили. Потому что остались поболтали, и этого времени хватило, чтобы Смоуки смог добраться до корабля и зацепиться за него. Смоуки добирается до Уилджика и бросается в погоню за угнанным шаттлом. Правильно. И вместо того, чтобы остаться с Уилджиком или позвать помощь через секунду после обнаружения товарища в тяжелом состоянии, мы, как экстремал-выпендрёжник, бросаемся за шаттлом. Смоуки связывается с базой и просит помощи, но его, грубо говоря, посылают. Вот это я понимаю хороший пример. Мегатрон дополнен. Exemplary teamwork. Разве ты не должен быть с Магнусом? Ну а теперь я предлагаю послушать это. Я триангулировал координаты смоукскрина, но корабль движется слишком быстро. Готов корабль. Можем не успеть. Слишком рискованно. Не успеем догнать. Смоукскрин, прошу тебя, постарайся выжить. Ладно, Балк, быстро за кораблем. Ультрамагнус с Балхадом. Я и Бамблби отправимся на координаты, где в последний раз был замечен сигнал Уилджика и Арси. Нокаут на связи. Так, стоп, а разве Магнус не приказывал Балку и Би идти с ним минуту назад проверять место, где были Уилджик, Арси и Смокскрин? Пинали Болт? Друзья вы этакие. Кроме того, ты буквально секунду назад говорил, что не можете преследовать корабль. Дед, иди уже таблетки, ваши товарищи дохнут и бродят, где? Вас всех убьют сейчас. Далее начинается каша, потому что кроме этого слова я никак не могу описать эту битву. То смог внизу и как-то шокуя достал до него, то ракета не взорвалась, то в лицо стреляли, а по итогу в плечо попало. И скрин в порядке, ну почти. Базовый переключатель сам по себе работает. Смокскрин необъяснимо как повис в воздухе в шаттле. То обстановка падения корабля убогая. Мозг сломали уже. Короче, Смок расправляется с этой парочкой, и они приземляются на плоскую, бездушную планету. У Смока на мушке были эти двое, но Шок их просто ушел. А Смоки отпустил.
Скажете, броня сильная? Да, Балк и Уилджик передают привет. И как удобно, что монстр открылся именно тогда, когда Шоквейв успел сбежать. Ты что здесь делаешь? Ты должен быть с Уилджиком, а Балк с Магнусом должны преследовать Десов на корабле. А куда они делись? Конец. А, нет, добавлю. Кто-то заменил голоса Рэйчета, Уилджика и Арси на оригинальные русские голоса с помощью ИИ и решил выложить на свой канал. И получилось убого. Как я понимаю, мы теперь летим к ближайшей планете, где на всякий случай припасем НЛКО. Ладно, может быть я был чересчур группой предвзят. Может вторая серия начнется хорошо, а первая была лишь заготовкой и в дальнейшей серии качество улучшится. Спойлер. Нет. Рэйчет забирает Уилджика и далее неуместные монтажные переходы. А Арси? Мы не знаем, что с тобой случилось, и ты испарилась в прошлой серии. Так не расскажешь нам, где ты блудила? Нет? Ну ладно. Боже мой, почему Магнус такой пластиковый? Пропускаем нужную речь Магнуса. Да, она может быть кому-то и зашла, но вначале речь правда душная. Да, и использовать кадры из Прайма в качестве флешбэка, это очень сильно выделяется на фоне вашего шедевра. Особенно, когда вам сказал один из тех, кто обозревал вас. Кстати, только при пересмотре заметил, что локация максимально бесцветная. Я засек сигнал аварийного корабля автоботов на спутнике Кибертрона Луне-2. О, маяк автоботов? Очень интересно. Может, они используют мост? Но наш Граунд-Бридж способен перемещать нас только в пределах Кибертрона. Я пытался настроить его как Спейс-Бридж, но... Я еще не успел доделать. А нам сейчас нельзя медлить. Полетим на корабле. Нокаут, остаешься на связи. Хорошо. Так, во-первых, используйте, пожалуйста, русский перевод. Именно что перевод наземный мост, но не земной мост. А во-вторых, в фильме «Восстание предагонов» был космический мост. И он спокойно работал. В-третьих, я забыл придраться к названию телепорта еще в первой серии. Ну да ладно. Кроме того, оправдание об неиспользовании моста просто улетучивается в конце серии. Ой, простите, просто не сдержался. Ибо сценарист такой гений, что является воплощением мема 4.19.4.20. Бац, и они уже в космосе. Бац, и они уже на Луне. Бац, и они уже вышли. Монтажер знает свое дело. Да, диалог я пропустил, потому что он ужасный в плане анимации и слов. Настолько все лениво. Да даже я могу встать у стены и вилять головой и наложить звуковую дорожку. Еще кое-что. Вы тоже заметили? Не знаю. Не думаю, что Шоквейв будет продолжать бороться в такой ситуации. Тебе не Да. Они используют один и тот же кусок, а затем продублировали, чтобы ставить звук. А разговор максимально реалистичный. Сторона разговаривает по скайпу в разных местах. Но никак не на корабле. Кстати, я только сейчас после разбора всех пяти серий обратил внимание на частоту кадров в этой серии. Знаете, где еще можно было подобное наблюдать? Трилогия Машинимы. Вот только у них были сжатые сроки. А у авторов четвертого сезона сроков не было. Поэтому оправдание, что они одни и не студия, так не работает. Это не оправдание. О, так это была ловушка. Как неожиданно. О, я расскажу тебе эту историю. Вот так просто? Сразу историю рассказываешь? А как же Арси? Давно не виделись. Думала, что я погибла? Это не похоже на Эрахниду. Но и далее Эрахниду душу изливает. Под статичный видеоряд. Решили сэкономить? А вы молодцы. Казалось бы, Шоквей все время думает логически. И никогда не убил бы или навредил бы Десептикону. Что? Как он не может убить Десептикона? Как? Логикой? Ой, у меня горит с этого бреда. Шоквей какие только ужасы не творил. А ужас был таким, что некоторые автоботы и десептиконы на Кибертроне после ухода Оптимуса и Мегатрона понимали, что фракции нет. Есть Шоквейв, использующий войну в своих целях.
Долгий, бессмысленный и тупой монолог. Вот вам еще тупые моменты. Как Хирстон мог оставаться незамеченным на Луне во время войны, когда она была расположена близко к Кибертрону? Неужели вам нанять хотя бы недорогого сценариста? Вы бы хотя бы сказали, что за история? Он написал бы этот монолог лучше, чем то, что получилось в итоге. И таким образом он отомстил Фирстарму, сказав ему, что он никогда не убьет Десептикона. Это его принцип. Принцип не убивать Дессов. Мы поняли. Какой же тупой сценарий. Как он сбил его в полете, будучи в форме грузовика? Мне кажется, или авторы насмотрелись Энергона? Рэтчет! Ну все, Арси, сказку ты послушала, теперь пора спать. Сказку послушала, пора спать. Господи, насколько ужасны диалоги. Что я просто люблю угорать с них. И она так легко ее обезвредила? Да как так-то? Хотя, судя по выражению лица Арси, она, в общем-то, и сама хотела острых ощущений. Кто ты такой? Я твоя смерть. Скорее кринж, а не смерть, ты Только во время драки я обратил внимание, что Рэтчет после прилета почему-то измазался грязи. Хотя в начале серии он был чистым, как пластик. И далее снова мотыльки машутся, чего-то там дерутся. Серьезно, как такое дерьмо можно оправдать? Ах, ну да, они же учатся. Как мило. Однако тебе, дорогая, я вернусь позже. В следующем выпуске. Это, собственно, аргумент на тему того, что не стоит все-таки гордиться тем, что мы впереди планеты всей. Ну и речь тоже соответствующим выражением лица после получения ударов. Кит, ты думаешь, пару нас очень, у меня сценарный щит на весь сезон. Боже, что с ротовой полостью нокаута? И озвучка просто настолько хорошая, что я чуть в больничке не оказался. Арси, Рэтчет, меня кто-нибудь слышит? Балкхед, Бамблби, мы потеряли связь с Рэтчетом и Арси. Отправляйтесь туда, я починил Граундбридж, теперь он сможет переместить вас на Луну. И еще, если ваш персонаж Фирстон в первой части Ивиди имеет значение Фир, то есть страх, так какого на английском это выглядит как Фирстон через I, а не через EA? Ладно, может быть так и было задумано, просто я наткнулся на Фирсторма из комиксов по Риду 15-го года. А нет! Это модель Сентинела. А авторы говна даже нормальное имя не могут описать. Хотя сами сказали, что Фирсторм, то есть Фир, это страх. Смотрите, почему новый... Как нового Десептикона зовут? Фирсторм. Как? Фирсторм? Да. Фир, страх, сторм. Страх, Фирсторм, может Фирсторм. Фирсторм. Какие же вы ущербные. Фирсторм, тащи его сюда. Надо заминировать их, тогда мы сможем сразу избавиться от большого количества автоботов. Великолепный план, Уолтер. Просто я правильно понял. Надежный как швейцарские часы. А нахрен, если можно сначала убить этих двоих, потом заложить взрывчатку под них, и когда подойдут другие, взорвать их с концами? Твой план, Эрехнида, я не знаю, достоин Оскара, тем более, что ты так сильно желал убить Арси в оригинальном сериале. Ах да. Два персонажа кретины не убивают свою жертву сразу. Впрочем, ничего нового. А точнее, жертвы. В драку вмешиваются Балк и Би. Десса сбегают. А когда Би заговорил, у меня появилось острое желание забыть о том, что он вообще разговаривал в этой сцене. Ах да, еще кое-что. Ой, да-да. Эти двери. Ах, ну да, маги монтажа. Чего не скажем после этого тупого момента в серии. И долгая унылая битва в космосе. Точнее, короткая, но все равно унылая. Дессы попадают на плоскую и бездушную планету. Под раздражающий звук скрежета металла. Вы хотя бы взяли звуки из самого сериала. А там на место крушения пришли Магнус и Шоквейв. А каким боком вы успели? Ладно, Магнус, допустим. Но Шоквейв как умудрился попасть туда без корабля? Говоря о корабле, куда делся корабль Магнуса? Ну и время диалогов и переговоров. Вместо того, чтобы взять свой бампер и валить отсюда к чертям.
Кроме того, Эрахнида, разве ты не хочешь свалить от Дессов, учитывая то, что ты намеревалась с ними сделать? Разве ты не работаешь одна? Далее Шок их что-то уничтожает и сбегает с остальными. А Магнус где? Где он? Он же должен был быть здесь. Они ушли. Надо допросить Старскрима. Возможно, он знает, где находится база Шоквейва. А раньше нельзя было допросить? Это первое, что должно было прийти вам в голову, когда поймали заключенного. Серия заканчивается тем, что Магнуса находят Би и Смоуки. А, и просьбой поддержать проект. Чтобы серии выходили быстрее. Только в вашем случае вы слишком далеко бежите впереди поезда. Ибо качество второй серии говорит само за себя. Извините меня. Но вы не думаете, что сначала нужно было сперва обдумать то, как вы будете разбивать сюжет после фильма, а не придумывать новый сюжет для каждой новой серии на ходу? Вы палите почту тех, кто поддержал это дерьмо. Теперь их будут клеймить. И они скажут вам за это спасибо. Ладно, третья серия. За нее отвечает автор первой серии. Погнали. Так, стоп, Гриф? Он же, сука, растворился в шахте. И знаете, как это оправдали? Под обзором барона, которому, по всей видимости, заплатили за рекламу этого никчёмного проекта, и под этим обзором автор проекта 4 сезона ответил следующее. Его тело выжило, так как в нем был темный энергон, точно так же, как и Мегатрон выжил после взрыва Space Bridge. Броня не влияет на это. Если ты помнишь, говорили, что никто не смог бы выжить после такого взрыва. А он выжил из-за темного энергона. И то, что Крив был разрублен на части, не имеет значения. То есть, понимаете, броня не играет роли. Как же это было цинично. Кроме того, даже в пятой серии это так называемое объяснение решили впихнуть, лишь бы оправдать существование Крив-джампера. Циничность вдвойне. А то, что этот персонаж, если брать игры как канон, пережил удар Метроплекса и множество гладиаторских битв, ни о чем не говорит. То, что Гриф был облучен темным энергоном, ни о чем не говорит, потому что он мертв. Ты слышишь меня? Мертв. И был воскрешен темным энергоном, как марионетка. Окей, если вы думаете, что только Мегатрон остался после взрыва, то я готов предоставить один фрагмент из книги Зейд Праймуса, в котором говорится об миллионах безжизненных тел, которые находятся возле орбиты Кибертрона. И прямо сейчас я готов упомянуть одну важную вещь. Терраконы были непосредственно на самом портале, так же как и Шоквейв. И тот тоже выжил. И мы точно не можем сказать, выбросили ли мосты Шоквейва и терраконов уже после взрыва, а не допустим до. Кроме того, если броня не играет роли, то почему вегеконы дохнут? Да и если принять тот факт, что Клифф не растворился во время взрыва шахты, то почему автоботы только сейчас решили найти своего друга? Почему, например, не после взрыва? Например, во второй же серии первого сезона. Если бы автоботы вернулись в шахту за Клиффом, они максимум могли бы его похоронить, а не похоронить то, что от него осталось. Мотивации возвращаться в старую шахту попросту нет. И это огромная сюжетная дыра. Вот так и хочется сказать людям, любящим эту бездарную помойку, что вас всех за идиотов держат. А сами авторы наглухо... И дрочили на Крив-джампера, готовы забить логику и здравый смысл. Серия начинается со строительства. Видимо, создатели поняли, что плоская и бездушная планета отпугнет зрителей. Поэтому они, по сути, решили вернуться к первой серии. Далее автоботы возвращаются на базу. Но откуда? Наверное, из шахты. Но почему? Почему мы должны задавать вопросы, а вы должны отвечать под обзорами? Серьезно, как это дерьмо может нравиться? Я просто не понимаю. А, и угнив модель. Ну ладно, спустим на то, что склеили обе части, именно автоботы. Внимание переключается на Рэтчета. Для чего эта сцена была вообще? Непонятно. Хотя нет, знаю. Ради драмы, смотрите, он, возможно, умирает. Вот мы делаем акцент таким кадром. Да только вот вся драма улетучивается этим постом.
Кто так делает сюжет? Ну как тебе новая рука, которую тебе так поставил? Прижила? Да, вполне. Теперь могу трансформировать ее в оружие. Ты про вывих плеча? Да, Рэчет нормально сделал ему руку. Что вывих случился? Магнус и Уилджик пошли допрашивать Старскрима. Но у меня вопрос. А зачем допрашивать его по поводу лабораторий? Если про лаборатории можно было узнать еще с Дарк Маунта. В прошлом фильме как раз и выяснили. Окей, я могу предположить, что они не успели скачать данные. Но что мешает отправить пару-тройку автоботов назад, обратно в Дарк Маунт, чтобы вновь скачать данные? У Магнуса два разных голоса. Стой. Я, кажется, знаю, что это за планета. Халсион. Находится в соседней системе. Служила перевалочным пунктом для десептиконов. Это она? За кем косяк? Магнус и Лоджик допросили Скрима. Далее идет диалог между Смоком и Нокаутом. И Нокаут довольно легко перешел на сторону автоботов. Нам просто не показывают его постепенный переход. Посмотрите на месть Гальватрона. Там Нокаут сказал следующее. Side effect of being on the winning team. Interesting. Да, это может выглядеть натянутым, но нам показали, что Нокаут назвал команду автоботов командой победителей в начале фильма. А он играет на стороне победителей. И в конце концов, он принимает свою сторону. Вот показанное развитие перехода от одной стороны к другой, пусть и весьма натянуто. А здесь, да и вообще, на одном из видео обзоров 4 сезона, создатель 4 сезона пытался оправдать Нокаута. Ох, лучше бы он это не делал. А еще я устал придраться к местным картонкам, которые пытаются выдать себя за персонажей оригинального сериала. Но я просто не могу пропустить самые тупые моменты 4 сезона. А как-то Ультрамагнус недолюбливает. Я ему ничего плохого вроде как не делал. Он довольно консервативный, он не сразу принимает что-то новое. Консервативный и долго приспосабливается. Да, Магнус из третьего сезона играет не по-детски. Смоуки и Нокаут решают допросить Скрима, предварительно спросив у Магнуса. Думаю, при виде меня он точно о чем-то проболтается. Категорически нет, он бывший десептикон, и кто знает, вдруг он поможет сбежать Старскриму. Подождите, тогда к чему эта вся дискуссия, если он очень сговорчивый? У него любой же сможет выведать информацию. Что-то мы тупанули. Тупанули? Да у вас диалоги дерьмо. Далее снова допрос. Позже, только при детальном рассмотрении я смог заметить, что Нокаут не смотрит на Скрима вообще. На кого ты смотришь, разговаривая со Старскримом, ты кусок дерьма. И кстати, вы хотели узнать, как Скрим выжил? Просто потому что... Предаконы. Они в Дарк Маунте меня хотели прикончить. И почему ты еще жив? Только не говори, что тебе удалось сбежать. Нет, конечно. От предаконов не убежишь. Мне помог Шоквейв. Вот это поворот. Вот это поворот. Вот это поворот, вот это поворот. Да чего ж я люблю обсирать тупые диалоги? Он тебе жизнь спас, а ты про него все рассказал. Ты это сейчас серьезно? Серьезнее некуда. Деньги, на, серьезно. Ты не верил. Не верил, нет. Мне одному интересно, как тебя спасал Шоквейв от предаконов. Он просто сказал им, что я еще понадоблюсь. Предаконы отстали, и мы с Шоквейвом пошли на его базу. Просто сказать, что отстали. Хороший план. Мегатрон, отстань от света. Звание Прайма не твое. Возможно, он просто сказал это, чтобы спасти меня только для его личных целей. Каких еще личных целей? Ему нужен был пилот, чтобы улететь отсюда. И все? Не поверишь, но да! Он вернулся к старому проекту Гештальту, которого ввел в постоянный стазис во время войны. Но вывести из постоянного стазиса невозможно. Он приравнивается к смерти. Киберматерия, знаешь ли, мощная штука. Какой, кстати, постоянный стазис — это смерть. Если не раз было показано в трансформерах, что трансформеры могут жить миллионами лет и даже стазисы.
Ну, кроме одной нелепицы в Ласплайте, когда Рэчет умер от старости. И по такой логике должны были убить все, кто старше него. Но не суть. Да и вообще, смокскрин из Прайма передает привет. И еще, если Шоквейв вел постоянный сталинский штальтер, то как он собирается воскресить его без киберматерии, если Одноглазый понятия не имел о ее существовании? А с темным энергоном он получил бы медленного и бездушного овоща. Да и вообще, в романе «Исход» и книге «Завет Праймуса» Шоквейв занимался построением гештальтов, и у него получилось создать Прутикуса и Девастатора. О, и еще, если Шоквейв хотел свалить планеты, но вернулся к проекту гештальт, то побег на этом корабле с Кибертрона и возвращение к проекту гештальт — это просто несовместимые вещи. Свалить, не забрав тело проекта, и при этом вернуться к этому проекту. Кто сочинял этот бред? Нет, конечно. Его интересует немного политика, но он не любит говорить об этом. Шоквейв не интересуется политикой. Он борется с логикой и наукой. Он использовал войну как инструмент для достижения прорыва в исследованиях. Это что касается сериала Прайма и связанных с ним произведений. В общем, от Скрима получили информацию и его покидают. На этом серия закончилась. Кстати, Скрим выглядит как самая жалкая пародия хитрого и коварного Десса, который даже не пытается сопротивляться и бежать. И что? И что, что там двое? Но разве Скрима это останавливало еще 20-й серии первого сезона? Он своей жалостью смог из-под тишка вырвать ключ от наручников и освободиться. А здесь? Я говорил, что здесь персонажи пустые картонки, которые пытаются выдать себя за персонажей из прошлого сезона. Точнее, пытается выдать себя за персонажей из оригинального сериала. Четвертую серию я не стал покупать, потому что я не такой клоун, чтобы поддержать сырой и никчёмный проект. Я лучше дождусь, когда его сольют, либо сделать бесплатно. А там посмотрим, стоила ли эта серия тех денег, которые она получила. Кроме того, куда эти деньги идут? И про слив серии я узнал из комментария под постом о скором выходе отрывка четвертой серии. Спустя некоторое время автор заметил утечку в виде комментария, и автор поста пошел хитрым путем, удалил комментарий. Хотя, на что рассчитывал автор комментария, напрямую сказав о том, что сделал серию сеть, и написал, что это не пиар. Ну и закономерная блокировка этой серии. А произошел слив прямо в мой день рождения. А сразу после комментария о сливе я скачал серию и не прогадал с тем, что видео заблокируют. Тем не менее, это был лучший подарок моему юбилею. 20 лет как-никак. Теперь давайте посмотрим, стоит ли это творение 150 рублей с одного человека. Ну и серия... Ой, я не могу. Серия начинается с плоской и бездушной планеты. Только на этот раз там чертовы параллелепипеды. У вас же была прекрасная локация с первой и третьей серии. Так почему же мы получаем опять плоскую и бездушную планету? Чтобы кто-то заплатил? Заслужите сперва, а то подсунули нам бездарный файтинг первой и во второй серии. Дебютные серии, как можно было так облажаться? Ладно, вернемся к серии. Дейны без ответвлений туннель. Зачем? Знает. А что по сюжету? Эрахнита неплохо так приобщилась в рядах остальных десептиконов. Учитывая то, что она намеревалась сделать, и за меня скажет сама госпожа Эрахнита. Эрахнита, вам слово. Верные слуги, время пришло. Уничтожьте десептиконов. Пусть от них не останется ни следа. Откуда у Шоквейва еще один телепорт? А самое главное, зачем нужно было заморачиваться с кораблем, если можно было просто банально сбежать через мост, просто оставить взрывчатку перед тем, как уйти? И да, вы определитесь, телепорт ли это, Space Bridge, или же на русском языке космический мост. О, это тот самый гештальт, которого ты убил. Зачем он его убил? И главное, как? Да. Сценарист знает, откуда брать вдохновение. Кстати, забыл упомянуть. Почти каждая серия начинается с этой депрессивной музыки. Я, конечно, люблю музыку Брайана Тайлера, но почему вы используете довольно депрессивную музыку в самом начале каждой серии? Чтобы драму сделать? А зачем?
А как же планы на создание Итра? Да, ну ладно, опустим это. Шоквейв, с такими технологиями мы сможем возродить целую армию. Первый эксперимент прошел успешно. Ты был возрожден. Но как? С помощью киберматерии. Шоквейв, ты меня вообще слушаешь? Спасибо. Теперь ты служишь мне. Да, сэр? Шоквейв! Я не собираюсь делать это. Почему? В твоих руках огромная сила, с которой можно завоевать Кибертрон. Это нелогично. Автоботы постоянно прибывают, и многие из них солдаты. В численном эквиваленте у нас нет и шанса. Мы просто еще раз ввергнем в анархию Кибертрон. Да какая разница? Главное, что мы не оставим Кибертрон автоботам. Ай, ладно. Все равно от тебя ничего не добиться. Шоквейв противоречит себе. В фильме он не попрезгал создать армию Предаконов после событий финала третьего сезона. Проще говоря, из-за обстоятельств Шоквейв стал создавать армию зверей, дабы захватить Кибертрон. И он не возражал такому предложению. Не все кости Предаконов, как и сами Предаконы, не были террорконами из фильма, а потому Шоквейв мог использовать одну из этих костей или активировать этого Предакона. Да, и его, видите ли, анархия не устраивает. Хотя сам творил страшные бесчинства и использовал войну как инструмент достижения целей в отсутствии Мегатрона. О, и еще Шоквейв жаловался на количество тестов и автоботов. Но вот когда у него самого появилась сила, с помощью которой можно переломить ход войны в свою сторону, этот циклоп из мозгов не пользуется этой возможностью. И я рад, что в сиквеле вместе Галиматрона появятся новые Предаконы, которые в следующем фильме, возможно, сформируют Гештальт. Я говорю «возможно», потому что эти Предаконы в одной из линеек игрушек ТФП сформировали Гештальты. Но его пока в будущем фильме не анонсировали. Также помимо Предаконов будут Диноботы. А это значит, что эксперименты Шоквейва никуда не денутся. А также не попрезгали создать армию, в отличие от четвертого сезона. Да не, все нормально, сука, миленькая. Это кино, я все устроил, здесь можно не запоминать. Подождите, мы все должны стараться, выделили деньги, поэтому каждый... Вы подстрелили разносчика кофе! Зачем? Ведь давно уже не 90-е! А, да, точно. Новая эра? Сэр, что прикажете делать? Так ты же был оранжевым, разве нет? И пропускаем длинный диалог и переходим к одному из тупых моментов сериала. Ключевые слова одному из. Это одна из причин, почему я тебя бросил на Луне. С тобой сложно договориться. А другие причины? Еще одна. Я был слишком нелогичен. Что? Великий и ужасный Шоквейв признает, что нелогично поступил? Не шути так со мной. Избавиться от Фирсторма, не руководствуясь логикой. И вообще, он кинул его из-за страха потерять место. Хотя никто ему не мешал. Хотя стоп, предлагаю послушать это. Слушай, это же ведь ты меня тогда бросил на Луне. Единственный вопрос, зачем? То есть понимаете, Фирсторм возмущается и спрашивает, зачем Шоквейв бросил его на Луне. Хотя сам же Эйрахнити сказал, что напал на ученого с целью занять его место. Фирсторм хотел занять его место и однажды напал на него с целью уничтожить. В общем, у второй серии появился серьезный конкурент, название худшей серии. А также у него звание самая вымогательная серия. Саундвейв? Да, честно, я ждал его возвращения в трилогии Prime Animations, но его пока не добавили. Пока что. Может быть, создатели, в отличие от Мисти Гальватрона, которая не хочет закрыть сюжетные ниточки, по мнению создателей четвертого сезона, смогут объяснить хотя бы возвращение Саундвейва? Ах, хватит вам. Даже когда Саундвейв объясняет все, он не объясняет свое возвращение. Кроме того, даже Шорс есть, как вернулся Саундвейв.
счастью, мы можем оценить все риски, смотря воспоминания. Я подумаю над таким планом. А я думаю, что в этом шорте расскажут, как именно вернулся Саундвейв. Да, я знаю, что это рассказано в 5 серии, но она немного не стыкуется с 4 серией по порядку действий. Объяснение забили в 4 серии. И только сейчас решили исправить свой проём. Кстати, он делает это с помощью видео и голоса, записанным им лично. Нет. Нам психокортикальное соединение зачем-то понадобилось. Ничего лучше и не придумаешь. Хотя Саундвейв мог с помощью своего визор щитка показать. Но нет, нам обязательно понадобится кортикальное соединение. Потому что я не разговорчив. И далее унылый босс файт. Вернее, был босс файт до того, как Саундвейв начал избивать душу. Но тем не менее. Босс файт самым реалистичным выражением лица дамочки, когда ее бросили. Подумаешь, пару раз меня швырнули. Самое страшное это сломать ногти или когти. А до этого безумная, длинная и утомительная ходьба, которую еще выставили как отрывок из 4 серии. Саундвейв, ради великой искры, за что ты меня начал атаковать? Действительно, за что? Уж не за попытку выкосить всех десептиконов? Не. Не? Ну ладно. Новенький, а ты за собой не притащил хвост? Новенький? Новенький? Ну да. Когда я бросил Фирсторма на Луне 2, Саундвейв только присоединился к нам. Это было еще до самого разгара войны. Саундвейв буквально был вторым по значимости Десом во время речей Мегатрона. Поэтому Фирстон никак не мог не знать про этого новичка. Боже мой. А я катил бочку на роботов под прикрытием с его насилованием сюжета. Похоже, у тебя появился серьезный конкурент. Но в отличие от Рейда 15-го года, эта мерзость хотя бы не была одобрена Хасбро. И не будет являться каноном мультивселенной. И знаете, как авторы пытались обосновать свой бред? Сначала закрепили комментарий с вопросом, а потом свой. Десептиконы только начали формироваться. А Шоквейв, видите ли, испугался, что потеряет свое место, когда движение только-только формируется. И для этого движения потребуются все. Более того, в романе «Исход», который является предысторией войны за Кибертрон, так и ее адапционным вариантом, буквально на первых же страницах говорится о том, что Саундвейв был гладиатором Каона, а также единственный, кто мог одолеть Мегатрона. Кроме того, второй даже завидовал способностям первого. О боже, да я лучше роботом под прикрытием прошу ломание канона, чем этому сезону, авторы которого сделали из Арида 15-го года. Да? Да-да. Они сделали свое продолжение из Арида 15-го года. Хотя сами же сделали ошибки Рида, но только возвели их в абсолют. Но знаете, я хочу опровергнуть эту тупое новенький словами из второй же серии «Это уже сезон». Вот тайм-код. Фирсторм был медиком во время войны на Кибертроне. Они с Шоквейвом соперничали. То есть, понимаете, война шла, и оба ученых соперничали, а Саундвейв, по мнению автора, не был первым, но точно не был последним, и Саундвейв уж точно к началу войны присоединился к Десам. Так что с точки зрения официального канона, что с точки зрения второй серии 4 сезона, Фирстон никак не мог не знать про Саундвейва. Не, ну ты видел, сука? Видел? Мы действительно сфейлили, ведь на этой тупости сюжет строится. Ну ты достукался. Давайте мы послушаем план атаки десептиконов. У меня есть идея. Можно возродить какого-то знакомого команде Прайма Автобота и использовать как приманку. Это та команда, с которой мы сражались по прибытии сюда? Не в полном составе, но да. Почему бы не использовать любых других трансформеров? Потому что, во-первых, в ловушку попадутся не те, кто надо. Во-вторых, они будут несобранными. План говно! Я не хочу в нем участвовать! Я брезгую! Откуда вы возьмете труп Автобота? Эта идея была буквально взята из потолка сценариста. Ибо в этом плане нет связи. Где Дессы, по-вашему, найдут нужного бота? И найдут ли они вообще? Создатели вообще не следят за тем, что сочиняют? Или им настолько наплевать, что готовы ссать в уши? А потом Денис смеет заявлять, что смерть Прайма обесценили вместе Гальватрона. Вы бы сперва на себя посмотрели.
вновь использование кадров из Прайма как флешбэк. И вот благодаря АТО известной рояли в кустах и случайное нахождение отработами Клиффа дает шанс Дессам воплотить свой коварный план, построенный на нелепом стечении обстоятельств. Так еще и Саундвейв по счастливой удаче смог увидеть Клиффджампера. Серьезно, я думаю, что авторы продумали анимацию и сюжет настолько, что она стоит своих 150 рублей за возможность посмотреть, но нет. Эта серия буквально стала чемпионом по тупости, нелепости, случайности, нелогичности, глупости, идиотизму, наплевательскому отношению к сюжету предыдущих серий и самого сериала, вымогательству, потому как наживается на умах безмозглой школоты и наивных зрителей, потому как использовали персонажей, и самое главное, нам нужно ждать объяснения под обзорами. Как это даже в рамках фанфика может нравиться? Мастер Угвей. Вы тут свои наставления по поводу случайности можете сразу измениться и идти лесом. Ибо данные случайности просто высосаны из пальца самого Метроплекса. Вернемся к сериалу, если можно так выразиться. Кадр за 200 рублей. Но если уж серия за 150 рублей, которая вышла дерьмовой, и это еще никуда не шло, то один кадр за 200 рублей с беженцами, это уже ни в какие рамки не идут. Идите нахуй со своим кадром за 200 рублей. Давайте завершим сегодняшний разбор, разобрав эту серию. Ну и серия начинается с очередной недосказанности. Может в этот раз все будет лучше? И мы получим ответ на то, как вернулся Саундвейв. Спойлер. Нас опять наебут. Слушайте эту хуйню сами. Я комментировать отказываюсь. То есть он оказался между двух порталов? Его засосало в зону тени, и по итогу он вышел из нее, когда Немезида пересекла космический мост? Для выхода из зоны тени достаточно войти в любой портал. В очередной раз создатели в гробу вертели логику и здравый смысл объяснений своих же проектов. И пара слов об локации, где типа находится Дессы. Она ужасная и блевотная. А, ну и последовательность действий и диалогов отличается от четвертой серии. Можете сами сравнить, мне лень это делать. Хотя прокомментирую с Небезидой. Зачем целиком отправлять корабль на Землю? Зачем? Скажете, космический мост огромная штука? Да вот ни хрена подобного, есть и малые порталы. Зачем телепортировать весь корабль, лишая себя защиты планеты? Ну и бред с тем, как Саундвейв вышел. Я просто потерял какую-либо веру в логичность действий авторов 4 сезона. Но я прокомментирую, когда буду разбирать жалкие попытки авторов 4 сезона доказать, что Рид полное дерьмо. Нет, я согласен, что Рид плох, но аргументы авторов 4 сезона настолько тупые, как и они сами. Протоформы. Хорошо, запомним это. Попытки хоррора через пытки скрима? Я только пересмотрев этот кадр, четырежды рассмотрел Уилджика. А если бы я его не увидел, то сказал бы это. К чему тут крики ужаса? Его пытают или что? Кроме того, разве автоботы не выяснили все, что нужно было от Старскрима еще в третьей серии? Ну что? Как он? Уже практически восстановился. Травмы довольно тяжелые, много переломов и царапин. Ах, ужас, но немного полировки и будет как новенький. Ужасная попытка сохранить старый образ нокаута. Особенно, когда вам предъявляли запрыстую сменяемой стороны фракции. Более того, какие переломы, если максимум, что он получил, это мать его разрез по торсу. Ой, кстати, зачем было его лечить, если автоботы хотят хоронить? На задней серии видели? И вы только послушайте, что сказал нокаут. Уже практически восстановился. Травмы довольно тяжелые, много переломов и царапин. Ах, ужас, но немного полировки и будет как новенький. Они хотят похоронить, но в то же самое время, как новенький. Сука. Уже практически восстановился. Я ему все же не доверяю. Ради Праймус, заткнись ты уже. Чего? Молчать!
Хвала пельменям, они наконец-то задумались присобачить кадры к экрану Саундвейла. Правда, всего на пару секунд, но хотя бы и на этом спасибо. А нет, я вновь... Для того, что если он мог использовать экран, то на кой ему нужно было так извращаться в прошлой серии? К слову об этой локации. За это я могу похвалить создателей. Правда, только за эту локацию, но да ладно. Если они, конечно, сами сделали ее. О, и еще. Откуда столько солдат-десептиконов? Вы бы хоть знаки отличия заменили. А то пламенная речь перед преступниками – это очень уместно. Особенно, когда этих преступников называют автоботами с знаком десептиконов. Идем дальше. Мне крайне интересно, почему тело Клиффджампера не превратилось в пепел. А знаешь, что мне интересно? Почему вы только сейчас похватились найти его тело? Предатели вы этакие. И да, напомню, броня решает. Ибо до этих дротчеров Клиффджампера в свои порядки действуют. Да, Метроплекс, Триптикон, Девастатор, Мегатрон, охуел. Не по-детски. И да, я напомню, что Клифф марионетка. По такой же логике... Ай, забудьте, садимся на то, что создатели наплевают на логику. И не думают отвечать на логичный вопрос сюжетной дырой. И опять тупые вопросы. Скучно. Разумеется, такое важное место, как место погребения, никем и ничем не охраняется. Раз они спокойно вынесли тело. А в тизере я на это не обращал внимания. Мол, это просто тизер. И не покажут все целиком. Какой же я наивный. О боже, убей меня. Кроме того, был один интересный комментарий под этой серией. Суть была в том, что Клиффджампер уже давно соединился с Великой Искрой. Поэтому его воскрешение путем киберматерии невозможно. В то время как Би успел нырнуть в бассейн перед тем, как окончательно соединиться с Великой Искрой. Я слышал, что эта штука опасна, и что от нее ты однажды стал очень сильным, но выжил из ума. Благо у смокскрина наконец-то появился нормальный голос. Вот за это я готов похвалить вас. Закончу тут свои дела, вернусь на Землю. Ты знаешь, где меня искать. А зачем? Зачем тебе надо на Землю? Вот только я похвалил за локацию. Вам не надоело использовать плоскую и бездушную планету? А мне надоело произносить это. Как же приятно слышать, а точнее не слышать звук двигателей корабля. А откуда жуки, спросят некоторые зрители, раз уж их пришлось убить? Это даже во второй серии сказано. Но тут так уж и быть, попробую заделать эту сюжетную дыру за вас. Кстати, на похожий вопрос даже сами создатели давали ответ. Да, я нашел свое призвание для этого проекта. Это лучшая работа в мире! Лучшая работа в мире! Лучшая работа в мире! Это могли бы быть остатками стражей, которые остались в стазисе на случай возвращения врага. Это даже в оригинальном сериале говорилось. Ой, боже, Фоулер, скажи за меня. Ты! Обезьяна с гранатой! Да и вообще, когда ты успел достать гранату? Когда? И это самый унылый бой, который мне только доводилось видеть. И подменную музыку из Дума. Которая вообще неуместна. Кстати, только пересмотрев этот момент, я кое-что заметил. Ютуб, не подумай, что я расист. Ну так вот, зачем вы сделали Магнуса азиатом? Ладно, выясним, что будет дальше в шестой серии. Уже в рамках третьей и заключительной серии разбора этого мусора. Во второй части обзора этого мусора мы будем разбирать жалкие оправдания авторов четвертого сезона. Thank you.
Why are we still here? Just to suffer? Every night, I can feel my leg and my arm, even my fingers. The body I've lost, the comrades I've lost, won't stop hurting. It's like they're all still there. You feel it too, don't you? I'm gonna make him give back our past.